Марка Datsun начала продажи обновленной версии седана Ondo. Изменения коснулись дизайна кузова и интерьера автомобиля. Цены выросли на 10 тысяч рублей и теперь стартуют с полумиллиона. Седан перенял от хэтчбека Mido передний бампер и линзованную оптику. До этого Datsun имели немного разное оформление передка. Вдобавок, Ondo обзавелся новыми зеркалами заднего вида, в которые встроены диодные повторители поворотников. Еще одно изменение коснулось базовой версии. Бамперы и корпуса зеркал у нее отныне окрашены в цвет кузова. Финальным штрихом стало расширение цветовой палитры. В списке доступных появились оранжевый и темно-серый. В салоне другое зеркало заднего вида и рукоятка стояночного тормоза, а также доработанный блок микроклимата. Фары теперь выключаются 40-секундной задержкой. У богатых комплектаций стоят передние сиденья от хэтчбека Mido с увеличенной боковой поддержкой, регулировкой по высоте и боковыми подушками безопасности. Минэкономразвития России подготовил проект постановления, которое позволит резервировать и выкупать красивые автомобильные номера через сайт госуслуг. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов, а само постановление должно вступить в силу 1 января 2021 года. По плану граждане смогут резервировать номер с привлекательной комбинацией букв и цифр через интернет. При этом список красивых номеров и повышенные пошлины для них будут прописаны в налоговом кодексе. Проект также предусматривает проведение региональных аукционов по продаже красивых комбинаций. Требования к онлайн-площадкам, которые займутся торгами, установят Минфин.